Автоматы защиты или автоматические выключатели защищают электрические цепи от перегруза, колебаний напряжения, токов короткого замыкания и прочих сбоев рабочего режима цепи. Автоматические выключатели служат также для редкого оперативного включения и выключения линий ручным способом. Используя на входе автоматический выключатель, цепь замыкает ручным способом, а отключает от электрического тока как автоматически через расцепитель автоматического выключателя, так и при необходимости оперативного выключателя вручную. Практически во всех современных системах распределения электроэнергии миниатюрные автоматические выключатели вытеснили плавкие вставки, применявшиеся ранее. Этому можно найти несколько объяснений. Во-первых, автоматы защиты более надежны. Во-вторых, на смену плавкового предохранителя требуется куда больше времени, чем на повторное включение срабатывавшего автоматического выключателя. Помимо этого, автоматы защиты можно использовать в трехфазных электроустановках, так как автоматы защиты, в отличие от плавкового предохранителя, размыкают контакты трех фаз сразу, как только возникает короткое замыкание или перегрузки. Автоматы защиты широко применяются в бытовой электронике, обогревателях, сетевых фильтрах, стиральных машинах, микроволновых печах, лабораторных столах и так далее. Монтированный в корпус автомата защиты блок расцепителя служит для срабатывания автоматического выключателя на размыкание цепи при возникновении тока, превосходящего по действию ток настройки. Для защиты цепи от перегрузок служат автоматические выключатели с тепловыми расцепителями. Пластинка из биметалла, используемая как тепловой расцепитель, изгибается при токе перегрузки. Срабатывает движимая пластина и размыкающая механика, и в результате автоматический выключатель отключает сеть. Главной технической особенностью тепловых расцепителей является зависимое положение скорости отключения от силы и продолжительности тока перегрузки. Опытные электрики при регулировке отключаемого для защиты цепи автоматического выключателя с тепловым расцепителем советуют выбирать такое значение электротока установки, которое бы на 25-50% превышало значение силы электротока предельно допустимой нагрузки. В нашем ассортименте представлены автоматы защиты производства Сангмао, как полностью автоматические, так и с возможностью замыкания цепи вручную. К полностью автоматическим относится серия YA0705. Автоматы, включающиеся вручную, представлены сериями YA0701, 0701W, 0702, 0709, 0802X. Все представленные в ассортименте автоматы защиты рассчитаны на 500 циклов срабатывания. Итак, мы коротко рассказали вам об автоматах защиты, представленных в нашем ассортименте. Более подробно ознакомиться с описанием и технической документацией можно на нашем сайте.